Приветствую вас, друзья, салам алейкум, приятного просмотра. Только что на UFC 267 полулегковес Зубайрат Ухугов провел бой против очень крепкого бразильца Рикардо Рамоса. Поединок, который должен был пройти еще в марте, наконец-таки состоялся. В этом бою не было явного фаворита, во всяком случае шанс был победить как у Зубайрат Ухугова, так и у Рикардо Рамоса. В общем, первый раунд был за Тухуговым, бойцы его провели в стойке. Зубайра выманил соперника на себя и, работая вторым номером, нанося немного больших точных ударов. В концовке раунда Тухугов сменил план и начал наступать на соперника, и в один из моментов нарвался на мощный удар локтем с разворота. Во втором раунде Тухугов вновь отступал до середины раунда, действуя на контратаках, а затем опять пошел в наступление, и раунд был явно за ним. Бразильцу ничего не оставалось, кроме того, как бросить силы в заключительном отрезке боя и попытался забрать хотя бы этот раунд, либо победить досрочно. Бразилец много суетился и часто мазал. Атаки Зубайры, наоборот, были более подготовленными и акцентированными. Ближе к концу бразилец заметно потерял в кардио, что позволило Зубайре Тухугову перебить его по значимым ударам, а также занести в свою копилку несколько успешных тейкдаунов. В итоге бой продлился все отведенные 3 раунда. Все трое судей единогласно дали победу Зубайре Тухугову. Для Зубайры эта победа стала 20-й смешанной единоборства при 5 поражениях и одном ничейном исходе. А для Рикардо Рамоса это было 4-е поражение в 19 поединках в профессиональной карьере. Очень мощный бой показал Зубайрат Тухугов, очень жесткий, показал свой характер, если честно, в этом бою. Бился до конца Зубайрат Тухугов, поздравляем его с этой яркой победой, желаем ему таких же дальнейших побед. Очень интересный, очень зрелищный боец, поздравляем еще раз его с конкретной мощной победой, чтобы были только победы в дальнейшем. А кто посмотрел данное видео, всем спасибо, всем удачи, ставьте лайки, подписывайтесь, ну в общем все знаете, что делать. Всем удачи! В прошлом бою Зуба очень сильно болел, не мог показать дух. Но в этом бою он показал настоящий дух.